Эфир телеканала «Аист» продолжит новости сейчас. Меня зовут Евгения Власюк. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах выпуска. Самый длинный флаг. Главная символика страны длиной 80 метров. Какие еще мероприятия прошли в честь праздника, расскажем в первом материале программы. Грозы – причина лесных пожаров. На севере Приангарья действуют 10 очагов, где сейчас спасают тайгу от огня. Новый сезон, новая жизнь. Усть-Илимский театр драмы и комедии получил 5 миллионов рублей из федерального бюджета. На что направят эти деньги? Теперь только по телевизору. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года переносится из Иркутска в Швецию. О причинах в интервью нашей программе рассказал президент Федерации бенди Приангарья. И теперь об этих и других... Давайте заново. Эфир телеканала «Аист» продолжит новости сейчас. Меня зовут Евгения Власюк. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Самый длинный флаг. Главная символика страны длиной 80 метров. Какие еще мероприятия прошли в честь праздника, расскажем в первом материале программы. Грозы – причина лесных пожаров. На севере Приангарья действуют 10 очагов, где сейчас спасают тайгу от огня. Новый сезон, новая жизнь. Усть-Илимский театр драмы и комедии получил 5 миллионов рублей из федерального бюджета. На что направят эти деньги? Теперь только по телевизору. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года переносится из Иркутска в Швецию. О причинах в интервью нашей программе рассказал президент Федерации бенди Приангарья. Впервые в регионе в честь юбилея Приангарья представлен флаг России длиной 80 метров, а в небо запущены 80 воздушных шаров. Акция посвящена Дню государственного флага и прошла на мемориале «Вечный огонь». Символику страны доверили держать десяткам детей и подростков, представителям молодежных организаций и патриотических клубов. Всего на мероприятии собралось около 1000 человек. После исполнения гимна России выступили с приветственным словом первые лица региона. В полной мере можем гордиться нашей историей, нашим прошлым и настоящим. И сегодня, вы знаете, ситуация очень непростая, и мы защищаем слабые народы. Мы защищаем тех, кто хочет жить свободно, защищаем тех, кто хочет быть мирными. Поэтому у нас с вами великая страна и великий народ. Под этим флагом мы с вами сегодня живем. В обыденной жизни воспитываем наших детей, в международной нашей жизни и деятельности государства. Под флагом России мы оказываем гуманитарную помощь тем странам, которые в этом нуждаются. Мы сегодня с флагом России идем на победы в производственной деятельности, в спортивной деятельности и добиваемся этого. Напомним, триколор был утвержден в качестве государственного флага в 1991 году, как праздник отмечается с 1994-го. Из Иркутска в Куйтун сегодня стартовало сразу два автопробега – автолюбителей и байкеров. Оба посвящены Дню государственного флага России. Машины и мотоциклы, украшенные триколорами, преодолеют разные расстояния. В дорогу их провожала наша съемочная группа. В сквере Кирова в шеренгу выстроились 13 мотоциклов. Последнее приготовление перед пробегом ко дню российского флага. Стая волков помчит и Максим Максимчук из мотоклуба «Байкол» на своем «Сибихе». Так называют мотоцикл «Honda Сиби 1000». Для него, признается байкер, это огромная честь. Ведь это с виду они анархисты, а в душе – патриоты. Я решил принять участие в мотопробеге, потому что люблю свою родину, Россию. Как бы флаг это считается символом Российской Федерации. И как бы я думаю, что это важный праздник для нас, для всех, для всего Иркутска, для всей России.
Одновременно стартует и второй пробег. В нем участвуют автомобили разных моделей и марок. На каждой машине по два полотнища – российские и партийные. Мероприятие организовано Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия». Его секретарь Сергей Брилк отмечает, флаг страны символизирует связь прошлого, настоящего и будущего нашей Родины. Очень важно, что мы осознаем ценность, ответственность в этот день. И вместе с нами рядом молодежь, которая пришла и приветствует вместе с нами флаг российского государства. С праздником вас, дорогие иркутяне! С праздником поздравил и руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Борис Алексеев. Он отмечает, партия держит на контроле реализацию народных инициатив, наказов и избирателей, а также реализует партийные проекты. Чтобы жизнь была более комфортной, чтобы жизнь наших жителей Приангарья была более понятной, чтобы не было желания у молодежи выезжать за пределы Иркутской области, чтобы было желание служить интересам Иркутской области и всем жителям нашего родного Приангарья. И вот в путь дорогу. Маршрут байкеров проложен по улицам Иркутска до плотины ГЭС и обратно. А вот у автолюбителей конечная остановка – поселок Куйтун. Колонна проедет 400 километров через все крупные города области – Ангарск, Усолье, Сибирское, Черемхово, Саянск. Туяна Немаева, Александр Барановский. Новости сейчас. Грозы стали причиной 10 пожаров в Катанском районе и одного в Нижнеилимском. В этих территориях огонь распространился на площади более 14 тысяч гектаров. Также пожар зафиксирован в Жигаловском районе на площади 85 гектаров. Накануне он был локализован. Всего к ликвидации огня привлекались 84 человека и 13 единиц наземной техники. Работу в воздухе осуществлял вертолет Ми-8. В зоне постоянного космического мониторинга находится еще 39 очагов, также в Катанском районе. Их решено не тушить, так как они не угрожают населенным пунктам. Более 50 миллионов рублей выиграли победители конкурса президентских грантов в этом году. Таким образом, Приангарье находится на 4-м месте среди регионов России по объему распределенных средств и вошло в топ-10 по количеству победителей. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев на встрече с победителями конкурса. Всего их 23, они выиграли стипендии в разных направлениях. Это помощь различным группам населения, охрана окружающей среды и защита животных, проекты в области культуры и искусства, а также здорового образа жизни. Такая работа позволяет за счет грантов нам более 50 миллионов рублей средств и субсидий привлечь из федерального и областного бюджета. Вместе с тем, мы сегодня гордимся тем, что благодаря вашей такой активной жизненной позиции мы более 20 миллионов рублей привлекаем средств, более 70 в целом на эти проекты. Это отличный способ или один из элементов, который позволяет видеть людям, что о них происходит забота, видеть, что что-то меняется к лучшему, многое меняется к лучшему. Победителями стали некоммерческие организации из 8 муниципалитетов региона. Это Иркутск, Ангарск, Братск, Саянск, Свирск, Ольхонский, Зиминский и Черемховский районы. На строительство нового здания школы номер 19 Иркутск получит деньги из федерального бюджета. Об этом заявил сенатор от Приангарья Виталий Шуба. По итогам совещания с заместителем министра образования и науки России Ириной Кузнецовой. Строительство школы будет завершено в следующем году, а какие учреждения откроют свои двери уже 1 сентября 2017-го, расскажет моя коллега Галина Тюрнева. За эти парты уже через 10 дней сядут ученики, пока вместо них взрослые люди во главе с сенатором от Приангарья Виталием Шубой. Новая школа номер 69 выросла в микрорайоне «Эволюция» всего за год. Стройка началась в июне 2016-го. Теперь в самом большом общеобразовательном учреждении областного центра на 1275 мест. Все готово к 1 сентября. И библиотека, и танцевальные залы, бассейн с дорожками в 25 метров. Школа в «Эволюции» – образец успешной реализации федеральной программы «Школа-2025». Я вспоминаю, как начинался этот проект 7 декабря 2015 года. Я встретился с первым заместителем министра образования и науки, и мы обсуждали вопрос реализации этого проекта. Была идея, были эскизные проработки, и вот за этот короткий буквально период, чуть более полутора лет, запроектировали учебное заведение, вошли своим проектом в реестр
образовательных учреждений, которые как типовые теперь могут быть использованы в других субъектах Российской Федерации. Точно такой же проект будет реализован администрацией города при содействии федеральных властей в Академгородке. Там уже началось строительство нового здания 19-й школы. А это предместье рабочее, дополнительный блок школы номер 66 готов. Его площадь 5500 квадратных метров. Здесь будут учиться младшеклассники. Отделка завершена, мебель и оборудование установлены. Мне приятно, что вот такие вот школы, такие блоки типовые можно делать, нужно делать и делать их необходимо. То есть это в дополнение к действующей школе, при соответствующем балансе территории можно как типовой проект привязывать. И целый блок для начальных классов на 560, а почти на 600 ребятишек, или даже со столовой, актовым залом. Вот мы с вами находимся в спортивном зале. Наверное, даже не каждая, наверное, общеобразовательная школа может таким хорошим спортивным залом похвастаться. Точно такие же дополнительные блоки могут появиться и в других школах Иркутска. Такая потребность есть, отметил мэр города Дмитрий Бердников. Первые на очереди 57-я и 14-я школы. Галина Тюрнева, новости сейчас. Внутренний туризм должен быть недорогим и доступным для всех. Такова позиция Либерально-демократической партии России. Для этого предлагается объявить налоговые каникулы на несколько лет для фирм, занятых внутренним туризмом. Байкал должен стать доступнее жителям России, считает лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский. Важнейший вопрос развития туризма в стране – транспортная доступность. Для этого предлагается ввести государственные дотации транспортных пассажирских перевозок в летний сезон. Таким образом, удастся снизить стоимость поездок. Внутренний туризм должен быть недорогим и доступным всем слоям населения. Почему пустые берега Черного моря, Азовского и Каспийского? Каспийского вообще никаких курортов нет, хотя там тоже есть условия. Они пустуют. Так я и говорю про дешевый туризм. Вы сюда требуете денег, какие-то набережные, пятизвездочные отели. Не нужно этого ничего. Вы дайте, поставьте палатки и геотуалет, и вода. Все, больше ничего не надо. Это стоит копейки. Этого не делается. Вот ждут огромные инвестиции, миллиарды, чтобы курорт огромный сделать. Для того курорт. У людей никогда не будет денег на очень дорогие курорты. В ЛДПР развитие туризма и прежде всего внутреннего считают не только экономической, но и идеологической задачей. В такой многонациональной и многоукладной стране, как наша, именно туризм внутри страны даст представление гражданам о многообразии их большой родины. Наследие СССР, санатории, молодежные, спортивные, детские лагеря отдыха не смогли выжить в 90-е и сейчас еле держатся на плаву. Вся эта некогда отлаженная индустрия отдыха должна быть восстановлена за счет государства. Во второй части программы вы увидите премьерный сезон. Звуковое и световое оборудование закупят для театра Усть-Илимска. 5 миллионов рублей выделено из федерального бюджета. Корабль – главный экспонат. В культурно-просветительском центре святителя Иннокентия завершаются строительные работы. Что еще осталось сделать рабочим? Хоккея не будет. Чемпионат мира по бенди пройдет в Швеции. О причинах расскажем через несколько минут. Вы смотрите новости сейчас, мы работаем в прямом эфире и продолжаем выпуск. В Листвянке завершились съемки фильма «Облепиховое лето». В главной роли драматурга Александра Вампилова сыграл известный российский актер Александр Мерзликин. Сегодня на встрече он поблагодарил главу Приангарии Сергея Левченко за помощь в организации съемочного процесса на территории Иркутской области. Картину режиссера Виктора Алферова снимает группа студии «Линдок». Часть фильма снята в Петербурге, другая, в том числе драматическая, в течение нескольких дней снималась в Иркутске и на Байкале. Мы сняли самый важный, самый необходимый кадр для нашего фильма. Тем более, когда мы говорим о такой фигуре, как великий драматург Александр Вампилов, которого выпала честь мне попробовать рассказать о его жизни. И поэтому для меня было тоже важно, как все это произойдет и будут ли в нашем фильме кадры Байкала. Тина организует встречу со зрителями в Доме кино в Иркутске, где подведет итоги работы в регионе. Кроме того, в ближайшие дни команда отправится в поселок Кутулик, на родину Александра Вампилова, где посетит музей драматурга и проведет творческую встречу с жителями. Отметим, фильм снимается при поддержке Министерства культуры России и губернатора Иркутской области. Зрители увидят картину в следующем году. 5 миллионов рублей выделено Усть-Илимскому театру на обновление технической базы. Это деньги федерального бюджета. Что на них купят, наши коллеги из Илимского регионального телевидения побывали на одной из репетиций и знают ответ на этот вопрос.
Вот так экстравагантно и загадочно начинается новый спектакль под названием «Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал». Постановка по рассказам французской писательницы Анны Гавальда наполнена психологической глубиной и эмоциональной насыщенностью стиля. Ставит спектакль московский режиссер, актер и педагог Валерий Шевченко. Он уже приехал, работа предварительно проведена. А сейчас изготавливаются декорации, реквизит, актеры учат текст. Вот, а поскольку он педагог, его трудно очень ему скоординировать время, он уехал на 2 недели. За это время все будет готово, и когда он приедет в конце августа, у нас уже все будет готово к тому, чтобы он просто уже делал генеральные репетиции. Кроме того, в ноябре к театралам приезжает кукольник из Тамбова Евгений Пермяков. Он будет ставить спектакль для детей «Сказочки на лавочке». Порадует маленьких зрителей и сюрпризами собственного производства. А под руководством местных режиссеров планируют еще 2 спектакля. Все постановки будут обновлять в техническом плане. Деньги 5 миллионов рублей выделены по федеральной программе «Театры малых городов». То, что мы сейчас делаем, это свет и звук, это 21 век. Вот то, что вот сейчас у нас есть, это, знаете, 60-е годы прошлого века аппаратура. Ну, там, пульты, допустим, 80-е годы, вот такой уровень. А то, что сейчас мы приобретаем, это, конечно, очень. Это нам, ну, как минимум лет на 10. Будет везде современно и звуком. Это цифровые пульты. Современные. Обновленные постановки зрители Усть-Илимского театра смогут увидеть в начале сезона. Премьерная постановка намечена на 1 октября. Галина Соболева, Евгения Власюк при содействии Илимского регионального телевидения. Корабль, на котором путешествовал святитель Иннокентий, станет одним из главных экспонатов нового просветительского центра в селе Анга. Деревянное судно установят на 4 балках под потолком выставочного зала. Сейчас в центре завершаются строительные работы. Он будет расположен в селе Анга на родине святителя. 8 сентября будет отмечаться 220 лет со дня его рождения. На территории центра возведен храм, в цоколе которого расположена библиотека, реконструирован дом святого, построен центр для паломников и гостей комплекса. Освящение храма, Свято-Иннокентьевского храма, который будет проходить очень торжественно. К нам прибывает по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 2 владыки. Один митрополит Белгородский Староскольский, владыка Иоанн, возглавляет миссионерский отдел Русской Православной Церкви. Кстати, он наш земляк. Да. Наш земляк, это какой-то придает особую какую-то, ну, не интригу, а, наверное, особую какую-то значимость. Первый православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, святитель Иннокентий Вениаминов, родился в 1797 году в селе Анга. Его труды по географии, этнографии и языкознанию приобрели всемирную известность. Подробнее об этапах жизни святителя можно будет узнать, посетив экспозицию на территории просветительского центра. Иркутск не примет чемпионат мира по хоккею с мячом в 2019 году. Команды встретятся на шведском льду. Напомним, ранее исполком Международной федерации бенди принял решение о проведении первенства мира 2019 в Иркутске. Однако накануне глава организации Борис Скрынник заявил, игра пройдет в Швеции, город пока не определен. Сегодня президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко назвал причины, почему областному центру отказано в проведении соревнований. И одна из них – это отсутствие крытой арены. Причин несколько. Первая причина – это то, что шведы еще тогда, когда определялся Иркутск на первенство мира 2019 года, изъявляли дикое желание о том, чтобы отдали первенство 2019 года им, поскольку в одном из шведских городов будет отмечаться в 2019 году столетие бенди. Вторая причина – это то, что опять подряд получается несколько годов первенства мира в России, а не в других странах. Первенство пройдет в Иркутске, но позже, в 2020 году. До этого времени планируется построить крытый стадион. Он будет рассчитан на 5000 зрителей. Сейчас проект на стадии обсуждения. Параллельно будет идти реконструкция западной трибуны стадиона «Труд». Баскетбольный клуб «Иркут» подписал контракт с новым игроком. Ряды оранжевых пополнил 26-летний Филипп Самойлович из Сербии.
Договор подписан на предстоящий сезон. По игровому амплуа спортсмен является защитником, разыгрывающим. Выступал за такие клубы, как «Олимпик», «Черноморец», «Златорог» и другие. Первый раз за иркутян новичок выйдет на площадку 29 августа на стадионе «Труд». Оранжевые сыграют товарищеский матч со сборной Иркутска по баскетболу. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Смотрите наши новости на сайте www.aistv.ru, а также в группах социальных сетей Instagram, Facebook, ВКонтакте. Комментируйте материалы и предлагайте свои новости. Все социально значимое или просто любопытное мы непременно покажем в нашем эфире. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи!